Не, добивание. О бой. Только мать его поднял. Боже, Киви, это было не слишком, по-твоему? Боже. А где эта молния? Передо мной! Мол, май. Я не... Двигаемся дальше. Теперь сюда. Да, на этом месте мы как раз и сдали. Сначала исследуем здесь. Нет, ладно, так уж и быть. Примем. Пятницу 13-го я хотел сыграть, у меня денег никогда не было. Мне страшно. Я тоже. Рот болит и попе больно. В ДБД играть прикольно. Господи. Йода сейчас сюда придет. Мне пиздячек надает. Прикольно я придумал, да? Ай да молодец. Она Майкл Майерс. А, блин, меня спалили. Так знал. Это... Кажется, из того, что может быть между ними общего, у меня лезет на в голову только... рубашки. Воу. О боже. Magic, wow. Ой, у тебя... Да, я вижу. Опять жуки. Я слышу музыку. Куда идти, куда идти? Если что, денег на соплю у нас есть. Найс. Давай соплю. Hey, hey, hello there. It's me, it's finally me. Yes, I'm back. I'm finally able to properly stream again. Well. Yes. Unfortunately, I've been sick for quite a while lately, so I was unable to properly stream, but I feel better now, so we can get back to it, shall we? Tonight we're just gonna relax a bit and play some good old Deep Rock Galactic Case. Ну да, всем привет, я наконец-то вернулся. Долгое время я, к сожалению, сильно болел, поэтому у меня не было возможности нормально постримить. Но, к счастью, теперь я уже чувствую себя лучше, поэтому мы можем наконец-то вернуться к нашим стримам. Наконец-то. Yes. Да. И сегодня просто расслабимся и поиграем в старый добрый Deep Rock Galactic. Да. Yeah, let's get into the game, shall we? Maybe some of our Russian viewers may join. We'll see about that. Okay. Rock and stone. And here we go. Yes. Что ж за rock and stone, и пойдем копать. Possibly we're gonna visit Hunt Showdown tomorrow. Or maybe I'll do it off stream. Хан, скорее всего, поиграем либо вне стрима, либо на завтра как-нибудь вечером. Посмотрим, как пойдет. We have a lot of things we need to stream, seriously. There's so much stuff that came out recently that can be very interesting to check out, so yeah. We should at least take a look at all the stuff. В Steam'е вышло огромное количество всякого интересного, и поэтому
Надо быстро возвращаться к стримам и хотя бы заценить хоть как-то немного эти штуки. Смерть триггерес. Automatic fire. Автоматический огонь. Ускорение захвата цели. Уменьшение максимального количества захваченных целей. Окей. Окей, let's craft some overclocks. Maybe we can get some interesting stuff. Окей. What? Оу, они уже здесь. Они уже здесь, господи. А, в аудиочат-то я забыл заглянуть. О май гад. Вадо, Тардар, привет. Рокенстоун. Рад вас видеть здесь. Я только думаю, чё ты не заходишь, будь здоров. Если честно, мы хотели очень сильно поиграть в этот... Верментайт на... Оу. Блин, а Верментайт... Ну, как Саня не пришел, так что мы к тебе. Знаю ведь Верментайт у меня тоже есть, поэтому... По возможности можем как-то ведь поиграть тоже. Отлично, тогда. Я как персонажа купил. Боевой жрец. Найс. Ну, если честно, классно. Это мой рыцарь и двор. У меня тоже, кстати. Я в основном мейню как раз либо рыцаря, либо дворфа. У дворфа огнестрел классный. Я тебя вынужден с тобой домейнить. То, что мне больше всего нравится. По стилистике. Не считая дворфа. Дворф вообще отдельное искусство. Он поет иногда. Мы одновременно в подо, что ли, танцуем? Ты. Ну а как еще? Биба и Боба. Один мозг на двоих. Поддерживаем босса. Эх, жаль, в Deep Rock Survival нету кооператива. Ну да, было бы круто. Но должен быть кооператив в другой же игре, которая будет по Deep Rock. Еще же одна должна выйти. Но когда, неизвестно пока. Я, по крайней мере, не помню, когда она должна была выйти. Так еще и на Zomboid, оказывается, вышла бета-тест 42-го билда. О, наконец-то бэшка. На одиночку. На одиночку пока что. Понятно, понятно. Так что мы подождем, впаду, пока наконец-таки на север доставят доступ, и тогда мы сможем создать офигительную сборку. Если мод перенесу. Идем уничтожать хаос. Эй! Ты опоздал. Мы идем купать камни на стене. Давай с нами. Давай с нами. А потом уже пойдем уничтожать крыс. Сколько там она весит? Мало ли, вроде как. Да, по-моему, 3-4 гигабайта. Это ничто. Ну, по сравнению с предыдущей игрой, да? Пыль. Да. А, у меня поручения нету. Точно. У меня поручение на ядра повыше до сложности. Вниз что, пошли? Я не думаю, что нам пока стоит. Но... Пошли. Ядерка у меня с собой. Я схватила, если что. А знаете что, раз уж вы такие радостные, пойдем. Пятое, летальное. Мы умрем, но будет весело. Это да. О, блин. Как твое самочувствие? А, получше. Кашель уже хотя бы не такой ужасный. И у меня хотя бы нет таких теперь приступов кашля. Так. Не знаю, может лучше тогда солдата взять. Блин, а может не ярко взять? Хотя вот высоко
Сверхскоростной снаряд, возможно. Так, железная воля, полевой медик надо. Шипы. Вы 7 минут меня подождете, пока скачается? А ты прокачанный, кстати? Нет. А, понятно. Тогда на... Могу не скачивать. Тогда наш поход за высокой сложностью может отмениться. Ладно. Да. Высокую сложность я пойду в овер поиграю. Подожду вас. Вас ну мы звякнем, если что. Да я тут буду сидеть, куда мне идти. Так. Ладно, пока тогда. Стрим? Мы на стриме, да. Да. Ладно, пойдем пока на третью сложность. По-моему, там нужно четвертую или пятую, там нет? Там надо четвертую. Четвертую. Четвертую? Иначе не сработает. Пятая? Да, пятую нужно. Да, пятую. О-о-о. Пятая сложность. А может попытаемся? Ну давай попытаемся. Что ж, пошли. Индустриальный саботаж. Подожди, Волтер, ты же мне требования не поставил. А, пятый поставил. Почему требования не поручения не соблюдены? Потому что, да. У меня все нормально. Ну да. Почему? Стрельни. Не соблюдены. Странно. Ладно. А, в любом случае полетели. Правда, а? Что произошло? Что происходит? Почему я не могу посмотреть вниз? Почему у меня камера сходит с ума? Ты попался в ловушку. Тогда пикните меня. Дискорд. Ловушка шокера. Мы да. Да, вот, вот так это будет звучать, когда нас пристрелили с первого раунда. Первый кусь, вот эта косточка наша будет ломаться с таким звуком. Опаша. Да. Определенно. Окей, у нас Gold Rush и паразиты. Смотрим, что еще. Нашей тушки на камнях, блин. Не, ну мы ж как-то играли в этом дивдайве, все было нормально. Ну это дивдайв. Вначале еще более-менее, а дальше пошло бы жестко. Окей. Вот теперь это еда наша. А где урон? Его жижа хорошо ест. Найс. А, золото. Посторожите, у меня телефон звонит. Окей. Okay. Я же битву кого капаю. Извини, Волтер, я позову к себе море. Да, мне пока она и не нужна. Так, и нужно подобрать все нитро. Она нам определенно, блин, понадобится. И напрыгнул. Ух ты ж, вот так. Наверху, Волтер. Там еще нитро. Я больше не скаут. А, ладно. Правильно, ты лучше выбрал боевую. Угу. Правильный выбор. Как подумать. А, тут совсем немножко нитро. Давай. Золото добудешь или не поставить тебе эти? Есть. Ну да. Платформы не помешают. Окей, на платформы. Нормально поставил? Или да. Ничего, я докопаюсь.
Целый... Так, нитро у нас уже почти хватает на supply. Отлично. Теперь хватает. О, что это такое? А? К нам пришли. Сталкер! Чёрт, где Фадо? А где, почему этот не восстанавливается? Потому что у нас сталкер. Убил. А, отлично. Еще один. Давай, Волтер. Чёрт, где он? Не стой, не стой на месте. Бегай. Вот он. Готов. Ну это было прям как-то странно. Он ваншотнул. Ну. Так что хотел? Сталкеров никак. Угу. Ну чё он вдруг на нас напал-то? Мы вроде бы все вместе. У него были другие мысли. Вы стоите на месте, значит вы эти легкие добычи. Мне немножко не нравится то, что мы так яро побились, аж большую часть КП потеряли. Mm-hmm. Ну, слава богу, у меня ядерка еще 11 штук. Окей. Так, пока что поставлю на всякий случай эту фигню. Угу. Я прокопаюсь дальше. А я на всякий случай пока поставлю это. А? Что такое? Казалось. Что это такое? Это раньше была турель тут вражеская. А, точно. Я забыл про них. Тихо, кто-то есть. К нам идут. Подо, нет. Сниф, помоги. Простите, я снова с вами. О боже. Да, на сталкер напал. Да я поняла, я просто мои документы найти не могли родители. Вставай, Фадо, не время спать. А теперь развернулась, копай. Ух ты ж. Бля. А. Ты Волтера пристрелил. Oh. Я. Ну, поднимайте, Волтер. Угу. Там еще один. Стив, давай. Стив, кусай. Найс. Чувствую, нам понадобится больше нитро. Как обычно. Нам хватает на два. Что нормально. Стива, не бей. Так, давайте сначала все-таки пытаемся. А, прям подставился под эту. Мне лень копать, отойди, пожалуйста. Не, ну это то, что меня... Я со Стивом разговариваю. Стив, фас. Молодец, Стив. Ух ты ж, бляха! Да. Тут капец.
ко мне со спины подошли. О, черт. У тебя одного. А где мой ядерный активный стояк? Снаряд. Его нет. Черт. Паразит ползет, полз к тебе. Вставай, вставай, Волтор, вставай, 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 вставай. Отлично. О, фак. Тут даже сахара рядом нет. Щит, 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 чисто. Хотя ладно, лучше не играть его. Вставай, 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 вставай. Найс. Все, пошлите по проводам. Нам нужно быстрее его уничтожить. Потому что, блин... А, у меня патроны уже кончились, охренеть! О, меня! Никто. А, чужие, плохие, плохие, плохие жучки. Шреддеры. Надомиты. Пошлите быстрее. Ой, блин, блинский, а как теперь это пройти? Тихонечко, говорит. Да. Отойдите оттуда. Я хотела подорвать. Ух ты, блин. Такая интересная. Там шлем! Воу. Вот это нашествие. Ох. Нам не сюда. Что? Тут нитро. Там турель. Ух. Я хотела ее пережижить. А может, суплай закажем, а? Вариант. Вот там вообще, потому что жопа внизу. Да, я заметил. Окей. Полный ХП. Или нет? А вот сюда есть проход. Хотя, ладно, патронов у меня добьют еще нормально. 50 штук. Мы богаты? Ребята, мы богаты. Вау. Копай. Найс. Хе-хе, сразу. Ага. Давай тогда складывай. Сразу выбегали. Не будем за ними дергаться, надо быстрее. Окей, okay, да. Сразу, это... Оу, найс. Там еще раз. Отлично. И штука... О, выдает. Посмотрите, где-то турелька. Снайп. Уничтожил. Так. Ох ты, бля, хамка. А где? Снайперская турель где-то вот там. А, она сверху. Она с... Тут их три, блин, сверху. Вижу. Моя пушка заряжена. Есть. Окей.
Найс. Хорошо, что я сделал себе. Убери револьвер. Да, это определенно лучше. Литлбаги, прости, но нам нужна нитро и золото. А это единственный быстрый способ получить нитро. Два слова Линору. Окей. Так, все, доказано. Думаю, в принципе, сюда и можно вызвать ресупплай, да. Сейчас посмотрим, где Хакси выпадет. И рядом вызовем ресупплай. Так, ну немножечко... О! Падо. Куда она? Куда он упал? Ух ты, куда он упал? Можно немного подкопать, чтобы облегчить летят задачу. Летят вражеские. О, фак, вижу. Блин, неудобное капец место. Падо, а нужна будет твоя помощь. Я тут на потолку, если ты не заметил. Я правильно копаю? Там под нами что-то есть? А под нами ничего нет, Волтер. Бесполезно. Ну да. Придется это место просто расчистить. Черт. Да блин, скуда летучая. Я опять попал. Волтер, щит! Да-да, сейчас. Окей. Может, бомбанем? Да. Это место ужасно неудобное. О, это что такое? Опять шреддеры. Нет, это был жук-невидимка. Оу. Это был жук-невидимка. Пойдет. Окей. Где-то он тут. Вон. Я вижу его. Мёрт. Найс. Чёртов эльфийский жук. Эти. Эльфийский? Таких жуков только мерзкие эльфы могли придумать. Это точно. М1 докинуть и все. Да, у меня как раз таки последний. Так, теперь надо установить оборону. Какая неудобно, блин, тут все. Думаю, можно ресупплай вызвать рядом с Хакси. Да. У нас вполне достаточно ресурсов. Недостаточно? Достаточно. Я уже думал, кто же фига. Хотя бы ресурсов не пожалели. У нас минераломания или что? Или только золотая? Золотая, лихорадка, да. Ну, нитро тоже в достатке. Угу. Что очень хорошо. Меня ты не можешь не радовать. Комар? Откуда ты? Ну, не знаю, насчет этих. Ауч. Ай! Достали. Ладно, пусть я пока их пофарм, это ух, все я пособираю. О, ты прям прыгнул на жучку. Да.
Комар? Почему Айтурик не стреляет по комарам? Они приоритизируют другие цели. Ауч. Окей. Все, запускаем. Да. Кончили с стороны больше всего будет этих. Думаю, мы уже знаем. Да. С двух сторон. Хороший, быстрее. Как все в норме? О нет, роботы. Я взломаю. Не получится взломать. Сталкер. Закончилось. О нет, у ресуплай еще есть топливо. Отлично, взломал. Отлично, сталкер мёрт. Я еще одного завалил. Давай, хороший, как тебе? Давай, Стив, в атаку. Найс. Хороший мальчик. Готово. Так, надо проверить, забрали ли мы оттуда всю нитру. Нитру сюда, а Зои-то нет. Нужно ли нам золото? Стоит нам вопрос о нашем выживании. Ну как бы да, стоит вопрос о нашем выживании. А зарплате? А зарплате-то пофиг. Зарплата и есть выживание. Олда, вот вы говорите, как человек с опытом. И нитро тоже. Нитро это как деньги, блин. Так, пошлите на следующий этот. Угу. Вперед. Блин, как забавно, Стив бежит. Ага. О, топор. Идут. Даже идет второй провод. Ну там где-то проход. Да, вот провод. Угу. Вверх идет. Что за ужас? А что ты? Куда? Ну да, это другой провод. Вот. Вот. Сюда. Ребят. Давай, Фадо, не теряйся.
Скоро я тебя вижу. Снайпа. Где еще? Уже нет. Собери Уолтера, значит. Я пока просто другого не отойду. Угу. Нитро кушать, нитро вкусно. Ну, не забывайте про эти. Он еще одна. Смелость. Видел? Их там было три. Эх. Вон, окаменелась еще одна. Сколько у нас всего? У меня одна. У меня, вон, я туда третьей ползу. Нам пришло... Не успел среагировать. This is fine. Oh, fuck. Прости, Уолтер. Стой, стой. Ах, ты приехал. Я их почти добила, пока вы там поднимались. Поднимай, а я пока взломаю. Жить, жить, пожить. Сахар с этого срубить. Куда? Пепси. Ой, ё-моё, как все он. О, ужас. Падо, помоги. Падо, это не такой уж ужас. Пошнулись, Падо. Я тогда подобываю золото. Угу. Прирожденный бурильщик копать не боится. Блин, я сейчас все читаю, что произошло с Risk of Rain. Там получает... Я не читала. В общем... все права на игру купил издатель Gearbox. И они выпустили DLS к игре. Причем выпустили они его так, что они перелопатили исходный код базовой игры и все нафиг сломали. Сказочные. Ага. Вплоть до того, что теперь там даже физика зависит от количества кадров в секунду. Ребята, к нам. Да-да, я вижу. Кирка! Пуснули за С. У меня патрон просто нету. Окей. У меня пустой. Давайте сразу пустой. И, в общем, теперь бывшие разработчики этой игры смотрят на то, что произошло с их... Детищем и орут. Господи, что они наделали? И за это мы отдали свои эти души. Ли. Давай, наверное, второй. У нас хватит? Хватит. Не надо, не надо, не надо. Нам не хватит нормально на... На ту. Это светильник. Да, светильник. Ух. О, блин. Окей. Угу. Так. Ставь турели. Ставлю. Я думал, так, с стороны... С потолка, наверное, скорее всего, будет лезть, блин. Угу. Запускаем. Хотя, если я их поставлю вот так, то...
платформ. Все будет нормально. Ну-ка, а поставь-ка рядом платформу с ним, везде. С ним? Да. Вот так? На пол. Соединение разрушено. А как так-то? Вы перекрыли соединение платформой. Я случайно. На пол надо ставить, я имею в виду то, что жители не очень любят становиться на эту платформу. Ну так вот. Давай, быстрее. А, турлик хорошо справляется. О, черт. Какая хорошая это? Давай, Вослав, умнись, быстрее работай. Стив. Черт, не тот Стив. А, ладно. Сойдет. Паразиты. Начну убирать. Тихо. Какой невкусный суп. Есть. Фух. Осталось 2 каменелости. У меня осталось 9 жижи в баллоне. Ничего, у нас достаточно на ресупплай для старта миссии. Или тебе, Фадо? Ну, у меня пистолет еще есть, поэтому более-менее пойдет. А, ну, у меня еще более-менее. Ну, ладно, ешь, Фадо. Я так. Дадим начальный скапс. Да, 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 да. Спасибо. Идем обратно. Угу. Как? Куда нам идти обратно? А, вот сюда. Наверх. Кажется, наверх. Да, вон. И еще это, Return to Moira вышло в Стиме. Я тут с другом разговариваю, он такой, ну прикинь, тут выживач про дворфов вышел. Я с лицом в лица говорю, что он вышел год назад. Ага. Ну, в эпике. Этого был эпик эксклюзивом. Да. Падай. Ох, фак. Ох, ты ж какие интересные... Паскуды. Тамада хороший. Да, и конкурсы интересные. Колесо тоже упаду. Еще это не только это. Жуки. А, нет. Весь опыт. О, фак. О, нет, нет. О, черт, я сдох. А у меня бежать, нету. Бежать, бежать. А у меня нету поднятия. Волтера вы сначала подняли. Да ты бы же был. Вода, нет. Нет. Да. Это провал. Это фиаско. Мы все в одной кучке. Печально. Ну чего Волтера подняли? Да ты ближе был. Да нет, ты бы успел. Да прикол в том, что ты ближе, а у него толпа, которая меня быстрее загасила. Аж зато часть ресурсов все-таки утащили. Ну знаешь, в каком миссии мы убиваем по 300 жуков каждый? Какой же? Никакой. А что пожадничали, кстати, называется? Я не видела. Патронами пожадничали, блин. Ну-ка, ну-ка, стоять, парни. Оборачиваемся.
О боже. Леопардовые. Инспект. Кардара с этими ракетами. Ну-ка, у меня что? Просто белые. Нет. А, не полоска. Полоска. Полоска тоже пойдет. Оранжевые полоски. Так, пойдем сначала пить. Чисто инженерский. We've lined for rock and stone. You're rock and stone, you're never alone. Что ж, это была фиаско. Вернемся к этому в другой раз. Это был интересный эксперимент. Ди. А чё по цене Мори-то? Так, цена вроде бы сейчас скажу точно. 700, по-моему. Да, где-то 600 с чем-то. В общем, недорого. Я на релизе взяла ее за 1,5 рубля. О боже. Не, ну с другой стороны, я поддержала в полной цене разработчика. Ну да, с одной стороны, да. 704 так-то, рубля. Так-то она упала, видишь, с 1,5 до 700. Угу. Ну да. О, еще белка с пушкой вышла, точно. Сегодня, по-моему, или вчера. Да, сегодня. Блин, столько игр, которые надо попробовать на стриме. Белка с пушкой — это как козел. Да, я знаю. Я, собственно, другого и не ожидал. И ремейк козла скоро выйдет. 6 или 3? Что? Ну смотри, есть козел 1, а потом сразу 3. Ох. Я такая думаю, что следующая часть будет 6? Не, это вот именно будет козел 1 ремейк. Точнее, ремастер даже. Они сделали офигительный трейлер с референсами. В том числе на Skyrim и Assassin's Creed. Господи, сколько изданий Skyrim на данный момент существует? Skyrim, если не ошибаюсь, их... 12? Я такая, 12? Нет. Там же еще, видишь, обновление же есть, куда добавляют эти моды, которые были разрабы, это мы считаем? Валютная угроза, не. Че, выбираем эти? Охота за ядрами? Угу. Abort assignment. Mission failed, we'll get them next time. Ну это было круто. Может, на четвертом мы, конечно, бы выиграли, но вот на пятое, блин. Нет, мы тоже бы смогли бы выиграть, но если бы мы не пожалели ресурсов на один суплай, тогда, возможно, бы выиграли. Ну не знаю. Ну я сказал, возможно. Rock and Stone. Сейчас я просто разбираюсь со своими пушками. Мне нужно и правда заменить теперь ядерку на кашевые. А что у нас за квест? Проводить туннели? А, бульдозер? Да, бульдозер. Секретная вторичка? Слабогравитация, это же отлично. Угу. Тогда нам пиво все-таки выпьет за то, что тяжелые вещи переносить. Так, сыр у меня есть. Кто последний не выпил пиво? А ты? Нди. А, я до сих пор поражаюсь, что и для Skyrim, и для Fallout... Ну так, не помню, как для Skyrim, но для Fallout точно они до сих пор продают моды.
Ну или, по крайней мере, пытаются продавать моды. Фигово получается, естественно. И что самое забавное, многие моды, которые находятся в официальном магазине модов, имеют более качественные аналоги в Nexus, в бесплатном сайте модов. Именно. Так это, подожди, это не их моды, это они, получается, добавляют туда избранные. Да, избранные моды, которые потом люди покупают за реальные деньги. Да, но они не ломают ачивки. Но если ты добавляешь сторонние... Нет, они ломают ачивки, да. Они все еще ломают ачивки. Подождите, то есть... А нахуя? Хороший вопрос. Еще раз продай Skyrim. Да. И мне досталось специальное издание из-за того, что я еще до того купил легендарное издание. У меня было легендарное. У меня как? У меня есть специальное издание, но легендарное мне надо еще докупить. А его уже нет в магазине. А, да. Ой, блин, как со зданиями Таркова. Богу. Они же еще какой-то аннексинг добавили. Еще тоже с модами. Да, только уже другие моды, но вы поместье до Вакина, блин, и так далее. Там еще и какие-то моды есть. Я первое поместье не получила. Я вот посылюсь, а он нафига вопрос. Ну я тебе говорю, еще раз продать Skyrim. Да. Типа качественные верифицированные моды. Мы на них глянули, и мы такие сказали, типа, хорошо. Мы не забыли то, что вначале, когда начали продавать, несколько модов сразу обнаружили вирус, где угнали несколько учетных записей. Ох. Блин, как во времена Гарри... Аня, у меня специальное издание, я вот только сейчас залезла и посмотрела. Кстати, самое упортое дерьмо происходит с модами на Гаррис мод. Потому что... Там буквально распространяются вирусы от мода к моду. То есть, там, допустим, в какой-нибудь из модов вошьют вирус, он закопается в ПК. Если он попадет в ПК к кому-нибудь, кто еще издает какие-нибудь моды, то и мод этого чела тоже заразится этим вирусом. И будет распространять его другим людям. И людям еще... И людям еще понадобится время, чтобы понять, какой именно из модов является вирусом. А по итоге все. Да. Там был как-то, кстати, случай, когда огромное количество модов было заражено, и в итоге каждый раз, когда люди пытались запустить хоть какую-то карту в Гаррис моде, они получали либо скример, либо что-нибудь тупое. Ну, то есть этот вирус, который просто ломает карты, или что? Я так и не в курсе. Вирус, который либо ломает карты, вирус, который либо ставит тебе скримеры, либо делает еще что-нибудь. Либо ворует твои данные. Там огромное количество скандалов было с Гаррис модом и вирусами. Я, если честно, вообще не понимаю смысла в Гаррис моде, потому что когда я его в первый раз купил, я такой не понял, а где текстурки? Смысл Гаррис мода в том, что ты ищешь смысл сам. Гаррис мод — это не что-то с конечным смыслом. Гаррис мод — это набор инструментов. Ну да. Из которого ты потом либо ты, либо куча других людей на своих собственных серверах уже ляпают что-то там. От просто каких-нибудь... забавных карт или штук на прохождение до полноценных мини-игр или почти игр. Да, это я знаю. У меня там 300 часов наиграно, если не ошибаюсь. Паша, в чем смысл и смола? Да, чё тогда нет, спрашиваешь? Я имею в виду смысл в том продавать игру, когда у тебя нет ни Half-Life и так далее, тебе надо докупать это. Чтобы появились текстурки. Ну, изначально предполагается, что те, кто покупают Гаррис мод, уже имеют при себе все это дело. Что они фанаты. Да. Ты такое. Я слышу, что в нас что-то блюется, но я не вижу, что именно.
Это в меня плюется, не переживай. Окей. Ну что, я она запускаю Дуэту? Окей. Не, я тут копаю вообще-то. Ау, извиняюсь, окей. Вот так, ты можешь допрыгнуть? Да, я допрыгаю уже. Отлично. Блин, самое забавное, что люди, которые делали Bone Lab, пытались сделать что-то наподобие Garry's Mod'а. Ну как? Я не знаю даже, как это правильно описать. Они, в общем, позиционировали игру как своеобразное продолжение Boneworks'а. Но в итоге чувствуется что-то типа, мы тут сделали пару уровней, дальше иди сам делай. Так, ну что, готовы к запуску? Я тут еще нитру не докопала. Вы же okay. не прошли чуть подальше. А, окей. Я прошел. Но по итогу, так как, естественно, у Bone Lab'а нету такого инструментария или легкой доступности, как у Garry's Mod'а, большая часть самых качественных VR-модов именно на Half-Life Alyx вышла. Потому что и игра хорошая. Ну да. Ну я, в принципе, готова. Не спорю. Хотя я не играл. Мормок играл. И ты. Точнее, Йода. Да. Ну что, запускаем? Так, точно, капитан. Я боюсь после того случая, когда я застрял в текстурах. Поэтому я не подхожу. Да. Нам хватает уже на один супай. Угу. Да, он только едет. На встрече приключения. Нам очень плохо будет сейчас. А? Ох, фак. Чинить. Ох, по большей я части заранее, понесло. Я их заранее стрельнул. Найс. Это еще что за хрень? Брэмбл нудл. Что? О боже, что-то новенькое. Окей, я пойду искать. Уже и надо стрелять в пырки. Это новое растение. Есть, уничтожил. Да, это новый противник. Блин. Фиг, ять. Где же этот невидимый ирод? Стоп, а куда Фадо дел? Да, она пропала. Она вылетела, видимо. Ноу. Был еще наш любимчик, на интернет просто пропал. О. Где вот все? А, ну я почти
убил тогда. Да ух. На меня напал. И как-то они подкрутили немножко шанс появления этого Ирода. Ма, да, возможно. Подо, давай залетай назад. Прием. Ах. О. Все нормально? Что-то было. Когда мы наехали на этот, на эти грибы, игра такая, я вылечу, заберу с собой Дискорд. Оу. Да. И мем с Хомлендером. Да это я отправила. Да, ясно. Кто еще? Йода иногда мемы кидает. А с него остался какой-то кубик. С твоими вещами. Положи в моль. Да, положи в моли. Я скинул моля. Угу. Надо потом посмотреть нормально The Boys. Сериальчик. Я там пару серий глянула, это такая. Говорят, оригинальный комикс был тем еще трешачиной. Что за комикс? The Boys. А, да там вообще трешатина была. Лютейшая. Там сериал, знаешь, так. Для детишек, можно сказать. О бой. Блин. У нас компания. Ты чувствуешь, что я подключаюсь? Не только ты, но и жуки. В большом количестве. Собираются Нет. подключиться к этой вечеринке. Они не собирались. Все, их нету. Ха. Подо испугались. Было... Нет, они, испуг... они послали всего двух бомбардиров и все. А ты может серьезно? И нет. О боже. Найс. Да, огромный тут. Окей, ждем высадки. Подо. Дружуся. Угу. Я пока сделаю это постираю. Заведники за союзниками, а обед по расписанию. Так, яички мы постреляли. Ой-ей. Четырехзарядный револьвер. На данный момент модифицированный в трехзарядный. У меня слонобойные патроны. Да. Я тоже? У меня да. Они снимают рейки на две выстрела. Угу. Поэтому я их и поставил. Вкусно, вкусно. Ух. Когда-нибудь я загружусь. О, вот ты где. Просыпайся. Я просто вам мёртво телепортировала. Ага. Что ж, яй, Рокенстоун. Чего никто сахар не поел? Да, почек. Вышел. Я вот, знаешь, подо вот плохами, не хватает вот какого-то такого же девиза, как Рокенстоун. В каждой игре да. должен быть свой Рок'н'Стоун. Ну там за Сигмара и что-нибудь такое они кричат, но это не интересно, это не западает в душу, угу. потому что да. не все знают, кто такой Сигмар. Да мы не знаем, кто такой Сигмар. Сигмар Мейл. Первый император. Ну, наше дело что, мы видим. Мы видим. Император получил.
Но это не только. Но снизка то же самое. Не считая на средневековье, в основном магию. Да, там есть место космодесантникам, насколько я помню. Вот эти, а почему у второго боя вообще такие... Низкие что? Низкие оценки, обзоры плохие. Мне интересно, с чем это сейчас связано. Волтер, тебя кусают. Я мертвый. У меня ты стоишь на этом. И едешь. У хеллдайверов сейчас опять низкие оценки. Хеллдайвер в тот комьюнити стал нытиками, которым пушку понять, или не... Но на самом деле там не только пушку понерфили. Нам еще и Зайз, потому что Sony ударил, добавил туда какой-то вонючий сервис. Ее теперь нигде купить нельзя. Это первое. Угу. Ну и увеличили спавн бронированных противников. Ну, блин, они могли просто, знаешь, модификаторы добавлять на весь. Давайте, мою тут тушку чуть не вскрыл этот сталкер. Просто не знаю, вы уже давно все придумали, просто сделайте, адаптируйте это под свой проект. Если не можете придумать что-то свое. Нет, вы и так придумали что-то свое. Но у них первая часть тоже очень хорошо заходила. Да. Я даже в нее играла, когда вторые вышли, и она до сих пор отлично играет. Да. Вторую часть еще они просто перенесли за спину камеру и добавили больше экшена. И все. И классный проект, но, блин. Сейчас у них что-то не так пошло, да. Не знаю никуда его развивать, вот во что вылилось. Ой, да ёпарасы ты! Открываю. Там как-то с контентом просто скудновато идет. Люди ожидают как-то чего-то большего, но в итоге 1-2 типа новых миссий, да и то временные. Ну и парочка новых противников, которые либо не заходят, либо... надоедливые. Да но... дайте мне набрать колбу. Волтер, лови. Зикара, привет. Спасибо за визит. Я, кстати, удивлен, что у Diablo 4 поднялись отзывы. Раньше они были смешанные, но сейчас просто на положительные стали. Ну, там, по-моему, работа начала на ошибке. Ну, это понятно. Не, ну Диабло я люблю, это, ну, блядь, моя любимая вселенная Blizzard. Я как-то ограничился только первыми двумя Диабло. Да, третий и четвертый я как-то не дошел. Но первый, второй я обожал. Ну, поверь, ну, мой дядя считает, что это все. Что, какая часть самая лучшая? Да. А. Я думаю, многие фанаты своих школ так считают. Многим просто не заходит такой динамичный геймплей, как в тройке и четверке. Блин, у меня ведь... Первая моя игра была, это Warcraft. Блин, у меня ведь есть третий Diablo, но он у меня на Switch'е. Mm-hmm. Надо потом хоть как-то его поиграть немного. Единственное, что подобное я играл, это еще Path of Exile. Ну, это да. Но Path of Exile, он, так сказать, по многогранней будет. Ничего не забывайте его. Бесплатнее. Бесплатнее, да. Я не представляю, сколько Волтер отдал за Диабло на свече. Но это Диабло 3, нет, слушай, тогда еще нормально. Ну да. Тогда еще были нормальные? Ну да, тогда еще нормальная цена. Я не помню, чтобы я особо много отдавал.
Мне кажется... Диабло 3, по-моему, 10 лет где-то. Ну да, Диабло 3, мне кажется, обошелся так же, как и какая-нибудь по тем временам обычная ПК-игра. Так что недорого вышло. 300 рублей? Не, знаешь, раньше мы считали, что цена за игру в 2000 это много, а сейчас... 2000 это да. Предложение богов, да? Хорошая да. сделка. Ага. А сейчас 7К гейминг. От Nintendo. Да. Нам надо 7 миллионов заплатить Sweet Baby Inc. Ага. Сделали инклюзивную игру. Ну, 7 тысяч этот стоит же, вот новое. Извините, но можете идти нафиг с таким приложением, если честно. Что ж, запускаем. Не, ну а чё? Я тут полопала эти. Просто вот везде, где лезут эти Sweet Baby Inc, они, блядь, оценки портят игре. Потому что людей просто это уже заебало. Вот смотри, заебало. Sweet Baby Inc, это можно сказать, как современная этакая мафия. Они подходят к разработчикам, говорят, купите у нас консультационные услуги, внесите изменения, которые мы говорим вам внести, и тогда мы скажем всем, что вы хорошие люди, и что у вас хорошая игра. Если вы это не сделаете, мы начнем распространять слухи о вашей команде разработчиков и о вашей игре. И попытаемся испортить вам репутацию нашими связями с журналистами. Mm-hmm. Что, конечно, куда еще идет какой-нибудь IGN, потому что... Да. Годзилла. Когда выходила вот это, мы недавно, по-моему, даже смотрели. Годзилла. Нам да, Годзилла кто-то... пришел. Годзилла, привет. Говорили, что там вот это 2B, Bayonetta. Привет, Годзилла. Спасибо за визит, рад тебя видеть здесь. Если меня все еще кто-нибудь никто не знает, мое имя Уолтер Карлов, я местный босс мафии из коллектива Цуки Лайф. Рад вас всех видеть, надеюсь, у вас все хорошо. Что делали, что стримили? Я не думаю, конечно, что... Какие дела? От этой. Что стримили? Играли в Хант? О, классно. Мы вот завтра хотели в Хант сходить. Потому что, блин, там наконец-то интересная обнова вышла. Хочется потестить обнову. И посмотреть все-таки, как оно теперь играется. Особенно учитывая, что... Как прицел наконец-то переместили в центр. На последней карте забрали все награды и ушли. Поздравляю. Молодец. А мы тут решили вернуться в Дипрок. Ну блин, игра про обезьяну то... Зато веселая. Зато веселая. Ну ты это делаешь? Ты женщина конкретно. А, Кадилла пришел, сказал, играли как раз сейчас в Хант. Ты меня, суки, не позвали. Ах! Ты не знаешь его даже. А, подожди, Годзилла, я подумал... Кидаю Годзилла. Не, Годзилла это другой стрим. Все, пошите за этой. Да, и сейчас надо заодно сделать шат от Годзиллы. Еще раз огромное спасибо за рейд. Туда, я сюда. Туда, к этим. Ей. Еще раз спасибо. Янбосс, приветствую. Ну, блин, спасибо. Спасибо Койге. Давайте после уничтожения, чтобы мы охраняли, потому что тут еще вот это. Д. Ну что там? Ну та неприятная штука. Который из камня вылазит. Токсичный чел. Динозавр. Вы хотите сначала бульдозер сделать? Да. Главное задание? Чтобы его не охранять. Акванокс, никогда не слышал про эту игру. Странный клип. Но. Люди клипают порой совсем рандомные моменты. У меня есть просто порой часто клипы, что, мол, кто-то что-то сказал в чате, и люди это заклипали. А я не знаю, что именно хотели заклипать. А, блин.
Ба-ба-ба-ба-ба. Хорошая малятина. А, все-таки горло немного подпевает. Уже, наверное, не так, как было, да? Ну да. Это я вот долго болел и не мог нормально стримить даже. Сейчас хотя бы в нормальном состоянии, чтобы мог стримить снова. Я говорила сразу, иди к врачу. Ты говорил, что это обычная аллергия, пройдет быстро. Знаешь, это как всегда, я права. Да. Да? Я вот это говорила тебе, сначала давай закончим с этим. С охраной бульдозера, а потом уже на все тяжкие пойдем. Опа! Да, у меня. Меня. Сталкер. Меня жахнул сталкер и убежал. Ну все это делает. Кстати, еще в ноябре выходит сталкер второй. Ага. О нем мы не говорим. Да. Мы не говорим, мы просто ждем. Мы не ждем, мы не говорим. Я бы даже не ждала, потому что там столько скандалов с этим связанных. У меня два супа заказать? Да. Да. Все, можно начинать, в принципе. Там от того, что разработчики поддерживают и выдают транспортные средства, а потом они оказываются не в том месте, не в том во времени. Все, давай не будем об этом. Да, поэтому мы про это не говорим. Окей. Что, жмем на рычаг? Да. Запускаем. Не забываем, что вторая стадия рандомная. О, да. Вторая стадия, которая бьет бульдозер, так что проходите подальше. Она рандомная, она может быть стандартная, может быть новая. А еще он где-то рядом. Возле меня. Убил. Найс. Они как вовремя, они у меня кукают. Тот клип с Акванокса хотя бы смешной. Я потом гляну ведь. Потом посмотрю через твою клип-коллекцию и гляну. Там просто сгорел на задании. Понимаю, бывает. Хотя, блин, я ни разу даже не слышал про эту игру раньше, поэтому... Не могу сказать. О боже! Это та версия. Ух. Если вокруг у вас частицы, то сваливаем. Да, эта штука пытается меня. Захватить нас меня. В кокон. Возле меня. Не успела. Чинить машину надо. Чиним, чиним. О, фак, кокон. Жмение закрыло. Ох. Меня телепортировало благодаря Тартару вообще в другую сторону. У вас. Ох. Лотар, тебя. Ох, все, окей. Избежал. Нет, нет. Я внутри, я... Живи, живи. У меня, она у меня. Окей. Да, это в порядке. Подал. Я вам постою, всё. Yes. Говорят, в Ханте еще новая карта вышла, и что... Да, люди недовольны. Оу. Oh. Я слышал обратное, некоторые наоборот довольны. А я не знаю, почему люди недовольны. Хм. Еще слышу, что особенность, что... На новой карте босс спавнится в открытом месте, а не в здании. Да. Ммм. Интересненько выходит. Что там нормально в Ханте? Да, как обычно, вот одно стадо мультиков. Эх. Ну, завтра лично свои лапки возьмем рычажную винтовку и посмотрим сами. Опять идет. Они что-то обновления недавно были, они... Увеличили спавн вот этого черта сталкера. О, oh, фак, опять сталкер, кстати. А я как об этом начала говорить? Я ж слышу, что он идет. It,
Нитро экономит, вот кстати. Сейчас он умрет. Окей. Понеслась. Я чинить, машина. Так. А, лезут. Лезут твари. Так. А, у меня жижа кончилась. О, нет. Чего я не стреляю? Черт, черт, черт. Лазеры. Окей, отлично. Я все еще брильщик. Убил сталкер. Найс. Видите машина? Где-то вот еще. Меня. Меня. Я был. Чините машину. Чините машина. Еще чуть-чуть. Отлично, отлично. Камень будет наш. Rock and stone. Rock and stone. Есть. Великолепно. Пойду за отдыхать. Да выздоравливай, удачи там в шахтах. Ага, спасибо. Хорошего тебе отдыха, Годзилла, еще раз спасибо огромное за рейд. Крайне благодарен. Фух. Так, голова вот в этом овраге. Угу. Окей. Повыполняем тогда дополнительное все. Угу, откушиваемся и идем за всем. Так, ну я более-менее целый, пошлите. Угу. Нам вон туда. Сначала, сначала туда, выполним эту фигню. Угу. Вот сюда? Да, я туда тыкнула, там специально. Угу. Я тут сейчас поем и приду. Так, кстати, дай-ка я установлю турельки. Так, надо остановить их так, чтобы, блин, они... Так мы еще не все яйца уничтожили. Да, ну мы пройдем сейчас тогда, потихонечку. Потом вернемся. Так, все, я, кажется, все сделал. Окей. О, бой, понеслась. Они идут. Я слишком для вас активный. Вы слишком прыгучий для вас. Угу. Призрака. Gotcha. Мы не дропнем, как какие-то эльфы. О, да. Мы теперь знаем, к чему готовиться. Они когда мы выкопали, офигели. Воу-воу-воу. Да-да-да. Я хотела красивых последние взорвать. Кончились патроны. Неважно. Отлично, они все мертвые. Ура, у меня. О, вон, кстати, нитро. Ты вышел, Алтар? Да, я уже добываю. Окей, отлично. Еще один сплай, и можно... идти за ячейками, ядрами, ядрами. Угу.
О, она опять начала как Сквидвард ходить. Ты что, заметил? Не, она у меня до этого, как обычно, я ходила. Блин, вспомнил. Один из первых этих же вирусов, который распространялся через Гаррис Мод. Он же назывался как раз кашель. Он тупо делал так, что твой персонаж начинал рандомно кашлять. Угу. В том числе в чате. И никто не мог понять, из-за чего это происходит. Это за я... Наверное, туда нужно пойти для... чертовщина. О, яйца. Человек яйца. Тут много. Угу. Ты начала без нас? Я только активировала ключ. Тут нитро. Капец много. Все в дом, все в дом. Угу. Так еще яички тут есть. Так, нам осталось 5 яиц. 4. А, 4. Все лучше. Скорее всего, в другой пещере 3. Находится. Это отсчет обратно? 2. Да. Последние 2. Ну, к сожалению, больше я не вижу. Поэтому красивенько 2-1 не скажу. Скорее всего, где-то здесь они есть. Да, кажется. Или нет, не вижу. Но... Я застрял в этой дыре. А, неважно, я же солдат. Я не успела пошутить шутку. Аза-за-за. Ох, Блэд, это же башня боли. Я да, не вижу. Это башня боли. Блин, мне нужно тогда стопать еще один, ребят. Заказывай, у меня 42 нитра есть. Блин, ну вот. Думал, микрофон выключил. А турельки будут пить по башне? Я не уверен. Куда полезна женщина, вернись обратно. Ну, давайте попробуем. Лишний не будет, я думаю. Угу. Блин, надо потом найти видео с чуваком, который стреляет пушкой, которая плюется пулями, которая, кажется, раза в 3 больше 50 BMG. Нам нужно в обратную сторону, наверное, пройти, потому что, мне кажется, там бы не, вот они сделали. Два яичка осталось, блин. Да нет, мы тут были. Причем глобально так. Возвращайся, давай бить башню. Там уже разберемся. Да. Давайте. Мне... Ко мне тут пришли ребята. Немножечко. Ну я одно это оставила. Угу. Стив. Стой. А. Ой, прости. Это было поздно. Окей. Так, запускаем, спускаем. Жми. Да? Я тут. Угу. Поехали. Я уже на одной стою. Я тоже. А, да, мы решили этот, я старый ПДСМчик Сиренсий. Ох ты ж, бляха. Минус одна, отлично. Перезарядочка. Осталась последняя, отлично. Мне по ногам долбануло. Да блин, щит отскочил куда, хрен знает куда. От этой из-за гравитации. Угу. Я, конечно, понимаю, что вы оба любите стоять на месте. У
нас Волтрон тоже есть миндальная связь. Да. Видите, как мы оделись в этом, как называется, в леталке? Ага. Так, что у нас тут? Отлично, миссия выполнена. Блин, на стрелка или на инженера? Оверклок. Ну, ты на инженера играешь. Хрень. Сбалансированный модуль на инженера. Да, микропроводник. Отмечен смертью. Точнее, метка смерти на скаута. Для снайперки. Так, давайте найдем последнее двоичко и вернемся за головой. Голова-то тут, я ее притащила. Тут куда она здесь была где-то. Вон голова. Ах, отлично. Мне что-то кажется, что в этой огромной пещере есть, да что же. А секунду, громадная для того, чтобы просто пройтись по ней. Не ты туда. Куда? Ты в другую сторону тащишь. Я подумал, ты туда идешь, значит, там ближе к выходу. Не, я хотела проверить, а потом вспомнила, что я там проверила. Ладно, ладно. Не вижу. Бам-бам. Окей. Ленора! Привет! Ленора с работы пришла! Ура! Привет, как ты там? Надеюсь, у тебя все хорошо. Хорошей игры, спасибо, и тебе хорошего отдыха. Ем пельмени и пельмешки, стал лучше. Это хорошо. Блин, жаль, что тебе было до этого не очень хорошо. Но главное, что теперь лучше. Пельмени, ем-то жизнь. Угу. Да, тут их нету. Ах, жаль. Ну, есть, конечно, у меня предложение, что вы скинетесь по яйцу, но боюсь, это слишком жестоко. Господи. И не сработает. Есть нужно яйца глифидов, а не наши. Вышел заяц на крыльцо. Где мы могли не заметить яички? Ага, вот ты где. Я не добиваю своим пистолетиком. Сейчас где? А, добила, вот еще одно осталось. Это тут, значит? Смотри, где я и... Да, я уже тут. Где-то тут. О, кажется. Окей, я запускаю дар. Жми на рычаг, да. Окей. На выход. Голову не забывайте. Голова у меня в руках. Держите голову в руках. Не забывайте ее дома. Это удивительно. В другую сторону. Потому что мы слишком далеко прошли сюда. Боже. Плохой жук, я невкусная. Меня так море подтолкнуло, что я аж полетел. Так. Окей, интересно. Конечно же, мы можем это исправить. Вам придется лезть по моему канату. Это что такое? Неважно, это уже позади. Оно мертво. Да. Что бы это ни было, оно уже мертво. И это хорошо. Бля! Держись, Фадо! Звуки кривых лапок. Капитан Пилот. Голова Дорета здесь.
Есть. Подой здесь. В кресло. Сядь. Ей. Мы сделали это. Rock and Stone. А, отлично. О, Волтер пиво пьет, мы уважаем. Пиво. 338. Ужас. Я хочу снова как-нибудь заказать себе корневого пива. Шикарная штука. Только это нифига не пиво, а скорее корневая газировка. В самом деле. Их местный квас. Да. Можно сказать так. О, нет. О, нет. Только не саботаж еще раз. А вы хотите? Я не хочу. Я тоже. А, давайте еще одну какую-нибудь небольшую миссию, и на сегодня хватит. Ладно? Хорошо. Окей. Какую миссию это нужно? Окей. Ну, тоннель на крысю. Не, музыка не играет. Бывалый бак. О! О боже. Обезьяна, что ли? Не. Я вон тверкаю. А так, если что, да, Vermintide потом тоже можем поиграть. Вот нас уже четверо будет. Ди. Гадно, чтоб среди нас эльфов не завелось. Их нет среди нас. Хотя я по росту очень много стены покажу. Я знаю, я буду за пиромант поиграть, мне она очень нравится. Да. А, ты же еще не в курсе, Таня? А? Ты же еще не в курсе? Ладно, Фадо, давай сохраним это. А, чё мы? Ну, а, персонажа. Чё с ней? Так ты списал. А? Не-не, с некроманткой всё хорошо, пироманткой и так далее. Угу. Да нет, с своим персонажем всё нормально. Я как раз таки... А, кстати, Сань, как ты думаешь насчет некроманки? Ну, некроманты и имба, где бы они не появлялись. Вот это да, я это согласен. Безвольная рабочая сила, да-да-да. Жизнь отдам за нарисула. Нужно построить зиккурат. Yeah! Там... Короче, Волтер, yeah. Мы настолько немножко не вернулись, извините меня, что Арсдарком, Мотивейшеном и Декстером пошли в доте в тролле против эльфов. Oh. И не только с нашей компашкой. Мы еще друзей позвали, которые давно играли. Нас было аж, наверное, человек 7, если не 8. Неплохо получилось поиграть. Но они настолько душные, что они захотели даже просто расслабиться поиграть. Эх, печально. Премия тому, кто найдет Mushrooms. И премия Дарвина получается... Нет, это... Именно что Mushrooms.
Дайте мне уже рингвилочек собрать. Хе-хе-хе-хе. Моё. И второе тоже. Это мой гриб, и я его ел. Я текстуру съела только что. И выплюнула. Эх, многих же нас пожевала текстура. Нужна платформа. Да. Старными методами пошел Волтер. Да откуда вы ползете? О. Маркитовая. Ах. Маркит нам нужен. У меня горела жопа от этого, от промышленного саботажа, когда я его одна проходила в обучении. О боже. Не завидую я тебе, Шадо. Извиняюсь, не нужно было закинуть маркет. Так, конечно, все коммунизили, присвоили, национализировали. Все в дом, все в дом. Все в дом. Идем дальше. За Карла, верно. Мы богаты. Богаты? Мы богаты. Звуки усиленной борьбы, и я такой, мы богаты. А ох, вот они. Нитро у меня тут 40. О, маркит. Гламит. Будем собирать его? Ну, для этих, да, его можно собирать. Я не собираю, как называется-то... Вот что я там Волтер собирал до этого. А я собираю все, а вдруг потом на обмен. Угу, я то же самое. Да у меня столько на обмен этой шляпы, что я уже устала. Так то же самое. Но богатства никогда не бывает много. Вот он настоящий гном. Гном? Не дворф, гном? Почему гном? И гном, и дворф одно и то же у нас. Ну-ну. Ну-ну. Вовсе нет. Я знаю, что вовсе нет. Ниже. Не туда. Все. Теряю хват. Вот. Уж. Прикрываю отходы. Мини-бебехи. Волтер, аккуратно. Я вне радиуса взрыва. Знаешь, когда стреляют из РПГ, обычно сидят выстрел, подождали чуть-чуть и только потом стреляют. Тут то же самое. Да. Тут там нифига себе.
помню, как в Battlefield некоторые делали это своеобразным унизительным способом устранить противника. Именно не ракетницей его застрелить, а именно отдача ракеты. Так это же круто. Да? Да. Swarm! Показалось, что здесь босс просто, вот и все. Новый Battlefield уже в разработке, но люди пока относятся скептически. Особенно после слов... Ну да. Особенно после последнего Battlefield и слов одного из глав о том, что новый Battlefield будет великолепным лайв-сервисом. Ага. Классно. Именно не игрой, а лайв-сервисом. Как это понимать? Начнем с этого. Ну, то есть, ты продаешь свою зарплату, точнее, отдаешь свою зарплату? Нет, ты отдаешь свою жизнь и душу. Да. Жизнь на всю. Ну, так-то под лайв-сервисом обозначается, мол, постоянно притекающий контент за деньги по типу батл пассов, DLS-ок и еще прочего. Что именно не вот просто ты купил игру и наслаждаешься ей, а что... из тебя постоянно выкачивают деньги разными способами, пока игра жива. А вкачи не хватает. Только как Геншин, да? Ну да. Я тебе уже отправляла мемы, показывающие, что я думаю об этой игре. Я так давно забросил Геншин, и кажется, даже... И не надо. Возвращаться неохота. Ты чувствуешь себя счастливым? Немного, да. Вот и продолжай чувствовать себя счастливым, без Геншина. Ха-ха. Окей. Черт, я помню, ведь какое-то время было огромное количество людей, которые признавали, что внезапно обрели счастье после того, как перестали выполнять ежедневки в Геншине. Да. Потому что они слишком муторные были. А тут их можно в сундучке отрядить, да? Хотя я больше не захожу в игру. Хотя мы 60-й ранг, и что-то говорит. Предлагаю пойти дальше, потому что нам осталось чуть-чуть. Только куда? Хороший вопрос. Это место чертов лабиринт. Волтер правильно идет за мной. А я потерялся. О, привет, Тартар. Это пещера, она круговая, понятно. Угу. А где остальные марки? Я вроде бы нашел проход дальше. Сейчас следую. Да, нашел проход. Rockety rockin' stone. Rockin' stone like there's no tomorrow. Ребята, а меня подожди. А, не тормози. У меня больше патронов-то нет. Ты поторопись, у нас там котлетки. Лучше высыпай. С пюрешкой, с пюрешкой. Лучше высыпай, если честно. Мама дома не кормит? Кормит. Сегодня блинчики, завтра я сделаю себе эти. Оладушки вафельки. Или вафельки? Вафельки, они у меня уже вкусные получаются. У меня домашняя шаурма завтра будет. Найс. Мяшка мама получается только когда отец жарит мясо. Мне не так уж хорошо получается жарить мясо. Вроде ж, хотя, блин, не знаю как правильно. Просто сказал, что шаурма в греческом стиле это гирос. Да, но у меня будет просто вместо лаваша этот... А, понятно.
Вот он, Маркит. Это мой Маркит, и я его ем. Вы пропустили самый главный Маркит. О, фак. Отпусти, отпусти, паскуда. Окей, все. Вытащил. Я была слишком жадна, чтобы посмотреть на потолок, когда он издавал странные звуки. Предлагаю заказать supply или... Заказывай, заказывай. Да нет. Нам еще назад идти. Ну все. Ну все. Угу. Так, вызывай supply. Хорош. Полуголый опять из-за меня, ну ладно. Это из-за меня. Ну, у тебя броню снимает, а меня разъедает. Ну и смотри, какая стильная прическа, блин, в виде брони. Ладно, ну просто проглядись. Я видела, я видела. Стиль. Угу. Я, наверное, даже могу два сесть, естественно. Что ж, как будете готовы, нажимайте кнопку. Подопа, кушай и нажимаем. Давай, то у меня почти набор нет топлива. Набор важен. Жмите. Ой, я чей-то. Подо, твоя работа настала. Оу, нам далеко. У самурая нет цели, есть только путь. Путь к пиву. Ой-е. Турелька поставлена. Пусть она бьет всех врагов, которые будут к нам приходить сзади. Мы будем бухать до скончания дней. Джей Волтер, преисполнился нашей идеологией. О, а это что такое? Это supply. Ох, фак. Ну почти, подо. Волтер, давай. Вперед, 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 вперед. Тиф. Еще чуть-чуть. Перегрев. Ух. Что быстрее, 19 метров или 14 литров? Но мы выкопались вовремя. Отлично. Плохой, плохой! На топором, на топором. Граната. О, oh, фак. I'm sorry. Бум, шоколака. Мы все выжили. Они идут. Молодец, Стив. Вот и моли. Наконец-таки. Угу. Давай, Стив. Спасибо. Извини, Стив. Прощай, Стив. Мы будем тебя помнить, Стив. Миссия выполнена. Угу. Ух. Ух. Было не так плотненько, как на пятом уровне. Угу. Блин, надо клип сделать, где я говорю, обнадеживаюсь, да мы сможем пятый уровень, а потом, где мы умираем. Это уже нарезка. Да. Да, это уже нарезка. Ух, окей. Ух, хорошо вышли. Ди. Рад, что смог снова с вами поиграть в Deep Rock. Ну, с меня, пожалуй, на сегодня все. Еще раз, рад был с вами поиграть. Мне нужно горло немножко поберечь. Да. Оно все-таки не до конца выздоровело еще. Угу, так что чувствуйте.
Еще раз спасибо вам за игру и заранее. Спокойной ночи вам и приятного вечера. Пока. Спокойной ночи. Бля, я как всегда читаю в глаза. Господи Иисусе. Окей, окей. Давайте напоследок навестим кого-нибудь. Посмотрим, может, кто-то из наших знакомых на Твиче еще стримит. Я устроим рейд, да. Окей, еще раз спасибо Хидео Годзилле за рейд большое. Был рад его видеть, и также был рад видеть его зрителей тоже. Если вы все еще до сих пор с нами, еще больше вам огромнейшее спасибо. Так, ну а пока что, да, давайте все-таки откроем Twitch и посмотрим, кто же у нас сейчас в сети. О, Anime for Days в сети. Так, кто еще? Раз уж мы сделали такой большой перерыв, почему бы не навестить Anime for Days? Она явно будет рада нас видеть. Так что да, навестим ее. У нее теперь рыбков. Отдельно. Хе-хе, мило. Окей. Еще раз спасибо вам всем за то, что были со мной сегодня. Бамба Волтер, и всем пока. Пока, Зикор, спасибо за пожелание выздоровления. Пока-пока. Bye.